Всем привет, это Гром. А фамилия моя? Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее приветствую называл. Приветствую всех подписчиков, новых особенно. И старых моих, прям самых таких дорогих. И конечно же, зрителей канала, кто посетил мой канал. Собственно, что, все у нас путем идет. Идем уже к 500-ке, понемножку шажками маленькими. Как бы все нормально. Если все так пойдет, ну, к Новому году уже будет, наверное, 1000 будет. Уже вас будет много. Будет прям хорошо, замечательно. Как бы парку я еще буду добавлять. Видео, извините, что недели его не было. Ну, как бы дел, блин, была куча. Работа, запара. Ну, как бы, такие вот дела житейские. И как бы по арку еще будет много видео. Еще как бы пещеры не пройдены нифига. Я что, показал вам только две в этой сохранке. Как бы еще, блин. Ну, короче, куча всего будет. Приключений, конечно, будет куча. В этом выпуске тоже будет приключение. Конечно, такое интересное. Непонятное. И, кстати, где-то через, может, даже через пару дней будет еще одно видео интересное. Как бы на маленьких этапах. Просто никто не может понять, где достать черный жемчуг. Как бы я одну штуку вспомнил, блин. И как бы я отдельное видео такое небольшое сделал. После вот этого видео, ну где-то, может, через 2 дня, может даже, не знаю, может раньше, может чуть позже. Так что, как бы видео надо обрабатывать. И все такое прочее. Так, ну чё, блин, болтать там можно долго, да? Начнем нашу историю. Ну чё, все, попрем понемножку. А я пошел гасить додошек дальше. Как вы знаете, я развожу этих додох. Блин, все-таки я хочу этого большого получить. Как бы он у меня уже получился, я потом вам его покажу. Вот сейчас оно будет уже вылупляться. Кстати, додохи сразу уже большие появляются. Вот такие вот бом. И все, он уже большой. И вот там у меня монстры в клетке стоят, блин. Такие прикольные. Кстати, с них перед додо можно получить, блин, на стрелы, на всякую ерунду. Кстати, парус я вам показывал, как делать. Как бы там ничего такого нету. Так, надо пожрать ему что-нибудь, да? Им, кстати, сразу можно засовывать много ягод, блин. Ну, как бы не так много. О, видите, какие красавцы. Ужас. Ужас, ужас. Они прям огромные, блин. Они, не знаю, больше игрока, блин. Прям вообще кошмар. Да иди отсюда нафиг, подвинь свою жопу толстую. Ну давай. Так, что тут? Хвакел вам не нужен, короче, нафиг. Вам тут и в темноте нормально, вполне себе. Так, яичко мне дай. Брысь отсюда. Ну, видите, они такие прям здоровые. Да, додохи прям такие мощные. Я хочу прям такого прям нормального завести, чтобы где-то 1500 у него жизни был урон хороший. Так, что у тебя похавать есть у тебя? О, есть, все хорошо, давай расти. Я, кстати, немножко клетку переделал, блин. Так, все, стой. О, еще один. Так, на тебе тоже, чтоб ты с голоду не сдох. Самое интересное, они вот на эту рампу зачем-то залазят, блин. Я не пойму, как они туда попадают. Тем не менее, они туда попадают. Так, на тебя. С голоду не умирай. Ты вроде нормально должен вырасти. Так, ну все это хорошо. Надо мне мотать за топижарой. Мне топижарка нужна. А то у меня есть сидушка на кетса, блин. А вот топижарки у меня нету. Ну ладно, что, попрем за топижарой. Все, давай, орелочек, поехали. Поехали за орехами. Так, все тут хорошо. Вроде все хорошо. Ну, все поперли.
Ну вот, я, короче, выследил такой более-менее, блин, сейчас попробую ловить ее. Правда, не знаю, что с этого получится. Может, и поймаю. Что там, блин, попасть не могу, не понял. Ах ты, падла, ты что, улетишь, да? А ну, стой, стопы, зараза. Блин, я тебе стартанул, я тебе вообще ее не достану. Да уж, это... Прям горюшку несчастье. Блин, она была что-то не помню, какая сотая, что ли, блин. Она, зараза, летает, да? Так, сейчас попробую ее вырубить. Блин. Вот ты меня замучил, а. О! 35-й раптор был, да? О, это 135-й. Орел не ешь его, он невкусный. Так, что это у тебя тут есть? О, еще один тут бегает, да? Так что, чемоданы. Что у вас тут чемоданы? О, стрельки, все нормально. Так, надо вид поменять, блин. Нифига она как-то высоко. Так, надо вид поменять обратно. Блин. Зараза, вот это плохо, что она не садится. Вообще прям плохо. Сейчас вырубить ее как-нибудь. Да, кошмар, она прям очень высоко. О, ничего себе. Яйцо Рекса. Прикольно. Она, кстати, в задании есть, блин. Да ты меня забодал, вы откуда спаунитесь, блин? Идите отсюда. Пиродурки. Чё ты тут есть хорошее? Стрелы, ну ты бомжа. Обалдеть, как он высоко. Это, кстати, самец, я тут на орле летал, смотрел, блин, это самец, блин. Думаю, сейчас поймаю, вырублю. Так, может, сейчас еще подлечу, может, вырублю все это. Блин, темнеет, ничего уже не видно. Че, орел с жопой тут крутит, блин, во все стороны. Не попадешь. Ну, давай, нет. О, один раз попал. Зараза, свалила. Так, ладно. Погоню. Блин, уже ничего не видно даже. Иди ее тебе искать. Иди, оно есть. Да уж, ты уже ничего не найдешь даже. Где оно есть, блин? Вот там что-то летает кто-то. Это он, наверное, да, или нет? Что это? Раптор опять? Вот там раптор кого-то там грызет. Так, не пойму, кого там гашу. Обалдеть, 145-й, блин. Орел не трожь его, блин, надо его, этот, оставить его. У тебя нормально тоже? О, какой хороший мужской. Конечно, я их так дать уже не люблю, ну. Все-таки, блин, что, пригодится нормально. Так, это 25-й задрипанный. На мясо тебя пущу. О, еще один прибежал. Еще и сдох сразу. Так, где он? Ку-ку, раб тебе. О, на тебе, под жопу, чтоб тебе тепушка была. Блин, 2,5%, что-то как-то не впечатляет. Надо первосортку где-то сейчас наковырять. Чтобы было хорошо. Орел, ты такой наглый, да? Все, давай, стой здесь. Охраняй раптора. Так, что это тут? Камушки, пригодится, в карман положу. Потом пойду на речку кину, будет хорошо, будет бук. Да что ты, блин, слышь? Ага. Еще и сзади подкрался. Галимим. Не понял, что тут где-то тут галимим лазит, походу. Балдеть, у меня же галимим и рекс, и всякая такая бродятина. Так, на шляпу одеть, а то ничего не видно. Так, ничего, блин. 5% что-то как-то. Не очень, на тебе еще один. Нет, он нафиг не нужен уже. Арнольд Петрович, как ваши дела? Как вы поживаете? Так, кто там шорпается? Кто там большой, да? Если он большой, значит, ему еще первосортки можно нарубить. Значит, сейчас я нарублю. Нарубил, это походу диплодок, да? Ух, какое яичко.
Огромно. Как его игрок себе в карман засунул, непонятно. Так, а где он есть, я не помню. А, ты вот застрял, да? Ты затекаешь. Ну, стой, зараза, блин. Да, вот эта самка, это от нее походу яйцо. Хранилище там тупо позвоночник один, там ничего хорошего нет. Так, свинка Пеппа, давай я тебя прокачу. Что-то тут не скучало. В одиночестве тут. Так, один мой раптор. А, вон он. Раптик мой там отдыхает, все с ним хорошо. Все, давай, иди гуляй. О, уже 12%. О, нормально, 8 кусков, блин. Яички, яички. Так это сожрать нафиг, это яйца додошек. У меня вот так как додошки развелись, у меня теперь этих яиц, я не знаю, прям куча, блин. Какашка. Зачем-то непонятно зачем. Так, чё тут, блин. Свинка Пеппа гуляет ночью. Так, ну, сейчас что, подождем, пока он приручится, как бы он сейчас быстро приручится. Надо будет сейчас, наверное, еще что-то его потравить. Слегонца. О, сейчас вот траванулся. А, ну, раптора не раздави своей толстой жопой. Ты что, говорю, я говорю, иди отсюда. Ты что, совсем уже? Да что ты, блин, ты смотри, ты лазишь, а? Да иди отсюда, говорю, блин. И желуди собирай, хрюшка. Ух ты, чудное. Угу. О, вонючка. Лазит вонючка. Блин, а что, ну ягода, а зима и ничего, и чё? И не хочет собираться почему-то. Не хочет, не хочет. Эй, чё такое? Диморфодон. Кстати, нормально такая ерунда, блин, диморфодон этот. На тебе шо? Правда, если ему прям урон вкачивать, блин, он нормально прям кусает, блин. Так, кто тут лазит у нас, а? Интересно. Сейчас посмотрим. О, дождь пошел. Хорошо. Вонючка, здрасте. Так, это пожары и не видать, да? Это прям не есть хорошо. Вообще не видать ее нигде. Зараза, может это где-то еще заспаунилось. Сейчас я посмотрю. Может где-нибудь. То как бы жалко, блин. Я по всей карте ее искал. Что-то походу нету нигде, да? Нету нигде. Хотя вроде по берегу здесь лазила, но. Опять диплодок заспаунился. Который нафиг не нужен. Поэтому сейчас его пущу, наверное, на колбасу. Ой, здрасте. Ёкалмана, как я его смог начать приручать? Каким образом? У меня даже ягод в инвентаре нету. Что-то... Хрёбаный арк, как он мне достал уже, а? Что-то бред, давай текать от него нафиг. Сейчас его уведем туда, куда-нибудь подальше его. Бред какой-то, сивая кобыла. Да, ягода на нем горит, обалдеть. Да уж, это как... Арк, конечно, постоянно какую-то ерунду преподносит непонятную. Что за бред сивая кобыла, как его начал приручать его. Каким образом, блин? Его мясом, что ли, начал, или чем его? Или болой, блин? Что за бред? Или что у него, может, у него этот сушняк был, я его воды дал ему, так вроде он, вода вся целая. Да уж. Страна чудес. Да, арк вообще, вот, когда вот эта оптимизация была, как они там написали, на 12 Android оптимизировали и все такое прочее. Короче, они прям нормально оптимизировали. И, кстати, запись на 12-м друге нифига не работает, запись звука. И вот это приходится записывать видео, потом накладывать на него аудио. И вот это получается не пойми что, блин. А на другую версию уже перейти нельзя, как бы, на нижнюю версию. Чтобы какой-нибудь 10-й андроид был, или что-то такое. Это прям горе-горе мычно. Ага,
Так, что тут есть там? Кто? Нету? Стегозаврик. Сейчас мы тебя тоже пушим. Запушим тебя. Раз у нас с диплодоком не получилось, ничего. Паразаврик. Яйцо. Паразаври. Гуляет тут. Паразаври. Блин, не зацепил, ну и пиздец. Пускай гуляет. Ну, раптор уже почти уже, наверное, да? Понемножку. Да, 70% потихонечку. На тебе гадости. Так, яйцо сожрать нафиг. Как бы оно нафиг не нужно. Паразаров улофа. Свинья так и гуляет. Блин, а эту заразу так и не видно где-то. Пиджару эту. Это как-то странно. Ну, потом попозже сейчас попробую топизару приручить, блин. Что как-то плохо без нее, блин, за кицалем гоняться. Я не знаю, если на орле замучаешься. Как бы, блин, скорпа можно приручить. Но все равно будет ерунда. На топизаре будет проще намного. Да, тем не менее, нигде не видно. Плохо, обидно, досадно, ну что ж поделать. Да, ничего не видно. Ни в лесу, ни вообще нигде. Ну и фиг с ней. Что ж тебе придумаешь, блин. Сейчас тогда пускай раптор да приручается уже. Как бы немножко осталось. И домой сейчас его отнесу. И попру за топизара. Может где-нибудь что-нибудь попадется. Хоть какая-нибудь, блин. Хоть, не знаю, там 20-е, 30-е что-нибудь. Либо чтобы жопу возить. Что там такое? Там бронту. Бронту там гуляет. Раптор сейчас приручится, блин, будет нормальный. В принципе, он будет 200 какой-то. Да, какой ты там будешь? И ты, друг, 208. Ух ты какой, злодей или ходей. Мясо у тебя тут куча, да? Ну, все, и отлично. Сейчас тогда берем тебя орельчиком. И поперли до дома. Сейчас прилетим за топкой. Ну вот, нашел я такое, ну, более-менее, конечно, не ахти что. Ну, все-таки, хотя бы что-то. Сейчас еще и вырубить надо как-то, да? Ты, может, что-то насядет? О, хорошо, села. Хорошо, хорошо. Еще попасть бы в нее, вообще было супер. Блин, что он прыгает, как дурак, блин? Я не пойму. Ну, давай, криворукий, блин. Нет, не хочешь? Не хочет он что-то вообще, блин, да? Не хочет. Ладно, фиг с ним, по старинке будем больше тебя ловить за кегли, за твои. О, он застрял, блин. Так, это он или она, кто это? О, шкорпион. Шкорпион дерется с кем-то. Ну, давайте там не деритесь. Все, сейчас все будете в отрубе. Ну, скорпион тут получает по носу. Скорпион, походу, сдох. Так, ты мужской, 35-й, ну так. Более-менее. Хотя бы. Так, давай орёль попрём. А то тут топки вообще нету, нифига у нас, блин. Всё, есть додушек куча. А топки нету. Так, первосортки нету, да? Сейчас надо будет где-то что-то найти, кого-нибудь зарубить. Дерево нахрен срубить, чтобы оно не стояло посреди дороги. Блин, что-то нету никого, да? Скорпионе. Скорпионе, валяйся. Тухлей. Блин, нету никого, да? Ну и чё? Чё, вообще нету никого? Ау. Мамонты, не мамонты. Кто-нибудь есть вообще? Орёл вон лазит. Орёл и тигри. И летал, сдох. Бедняжка. Бедолашка. Так, аргент один сдох, да? А он еще один летает. Сейчас я мочкану его. Да, налетай, торопись. Покупай живопись. Облизу. Самоубился. Аргентай 45-й мне вообще не нужен такой. Ну, давай, ну. Ну, о, все. Так, что-то нашорпал. Дружище. Все, поперли до топижарки. А то она сейчас еще в себя придет, будет прям очень-очень плохо. Придется опять искать. Самое интересное, блин,
куда тот делся, я так и не понял. Летал, я так и не понял, куда он делся. Тот что-то... Блин, я не помню, какой он был. Что-то то ли 90-й, то ли 100-й какой-то. Я что, глянул, думал, во, нормально, это пижарка. Более-менее. Так, знаете, маска. Освещение. Чтобы комары не летели. Да, эта пижарка, получается, в этом дереве застряла. Ну да, если бы дерево не застрял, он бы, блин, от меня, наверное, умотал бы. Так, шапку надо одеть, а то нифига не видать. Опять ночь. В этом арке. В арке ночь. Что-то интересно есть. Нуркута. Сейчас мы тебе Нуркуты засунем. На тебе. Пужри. Оглушение у него маленькое, поэтому будет спадать очень быстро. Поэтому надо будет его травить. О, черепашка там в ночи лазит. Блин, ничего не видать. Это прям жуть какая-то. Что это? Аргент. Здрасте, Аргент. Ты у нас пойдешь на колбасу. Все нормально. Еще мясо нарубили. О, еще один Аргент. Да, ну давай иди сюда, гад. Сабли зову. Собаки. Все нападают. О, все, сдох. Отлично. Что на пельмени пустили? Анкилозавр мне не нужен. Ну и хорошо, кстати, Нифига себе, там какой карбонин мощный. Так он мне нафиг вообще не нужен. Блин, всего один кусочек, это прям маловато. Это маловато. Блин, надо это сейчас поставить, кстати говоря. Чтобы не потеряться. Сейчас я кроватку поставлю тут. Раскладушку сейчас кину. Нормально будет. Так, где тут? Раскривушка. О, нормально. Ибай. Уже утро, типа того. Фонари горят. Все хорошо. На, тебе еще гадости. Блин, куда побежать еще? Где-то по пиросурку надо взять мне, да? Ну, сейчас где-нибудь кого-нибудь рубану. Тут как бы бывает такое. Кстати, на сервере здесь лазит гига, это прям... Прям жопа, блин, она еще таких мощных уровней обычно здесь лазит. Прям таких жутких. Я поначалу не знал, что этот... Что одиночные карты и такие отличаются. Ну, орел что-то куда-то у меня идти, да? Ты куда летишь ты? А? Далеко улетел? Чудно веселое, блин. Что это? Так, что тут как бы это? В куньоне есть тут кто-нибудь или нету никого? Ну, ничего. Эй, алло, тебя муха там ест. Ты в курсе? Это баталия века, орел против мухи. Вау. Вот это да. Это жизнь, не, этот бой не на жизнь, а на спех. Или на смех. Все, справился с мухой. Молодец. Ты же у меня мощный. Любую муху можешь разорвать, да? Хотя он у меня, блин, нормально. Он у меня тогда Тирекса забил. Нормально как бы все путем. Блин, ну чё, ну кто? Есть кто-нибудь или нету? Камни, камни. А больше ничего нету. Нету никого. О, что это такое? Птичка. Обосраться какая птичка? Что такое? Это я лучше брать не буду. А то она меня сейчас будет нападать. Так, тут снежок, да? И никого, как всегда, нету. Да уж. Так что-то прям плёху скорпионий мелкий, который нафиг не нужен. Корбоневис. Антилозавр тут лазит, блин, зарада. Ну давай, ну сядь, ну та что-то, блин. Так, хрень тут все поубирать. То у меня топик сейчас уже в себя придет. Как бы надо эти деревья себе пошибать, блин. Нафиг не нужны. Да уж. Ну, короче, нету ничего-то, да? Ничего интересненького.
Ну, тогда придется, не знаю, чем, блин. Это Бронто. Так, водичи долбануть. Да. Короче, нету ничего. Ну и фиг с ним. Тогда будет приручаться чем что есть над котлетами будет приручаться чем-нибудь. Котлетами, пельменями с пирожками. И все. И как хочет, так и приручается. То, что буду вот это по всему лесу бегать, блин. Только время убивать. Так, иди он есть. Не понял. Ты опять застрял в дерево? Вот тебе вот деревья прям нравятся, да? Ты прям их обожаешь. Забодал, блин. Все, давай, полетели. Ну, шо, где наша топка? Вот он. Блин, теперь карбонимец тут лазит, зараза. Да, уже что, 80%. Понемножку, потихоньку. И шо тебе, мяска? Потравить тебя. Понемножку. Поскольку 83. Нормально уже. Потихонечку прирусается. Всего путем. Блин, стрел, конечно, капец, я не знаю, на Великую Отечественную войну хватит у меня. Яйцо мусхопса. Да. Так, все, факел создал наконец-таки. Так, ну что, ну кто? Есть кто-нибудь? О, как все интересненько. О, до свидания, до свидания. Так, что там еще кто есть то? Скорпионий. Скорпионий Мельки сдох. Так, сейчас вот этих гадов, наверное, замучить. С никакой улица мясо нормальное. Ты как... Вот ты меня задолбал, а? Ты вот лезешь куда ни попадя. О, балдя, почему их двое? Что, не понял. Не понял. А ну, шухер. Сотый, зараза, блин. А, у меня еще куча. Так, ладно, что попёрли? Где тут у нас? Топик. Ну что, наверное, сейчас одна загрузка ему будет и все. О, мяска тебе, нормально, накидай тебе. Что-то, наверное, сразу загрузится, да? Чё это, орёл? Только нафиг, не нужны они тут лазят. Что за бред, блин? Ещё и большого уровня. Да иди ты нафиг отсюда, слышишь? Да иди ты, смотри. Как вы взялись, блин. Все, давай, до свидания. Чтобы я вас не видел. Ну давай, ну загрузись, ну. Ну давай, я в тебя верю. Антон нагло лазит. Блин. Мосхопцы, не мосхопцы. Такую дрянь убрать. Обалдеть, блин, что за бред? Да иди ты отсюда еще, слышь, толстый. Ты толстый, иди отсюда. То свинья, блин, ходила, лазила. То теперь вот эта зараза, блин, да? Я отсюда говорю. О, молодец, 43-й. Такой хороший. Молодец. Ну вот и вся история. Всем до скорой встречи. Скоро будет новое видео. Всем пока.